Приветствую всех на моем канале, меня зовут Наталья, и сегодня у меня будет коротенький видеообзор. Эта открытка у меня была запланирована на 25 число отдать, но поменялись планы у девушки, и мне срочно надо отдать ее сегодня. Она уже готовая, у меня материалы были заготовлены заранее, и так как я понимала, что я не успеваю снять видео и показать ее вам, как я делаю ее, то показываю вам готовый результат. И, конечно, если вам интересна эта тема, вы пишите в комментариях, что вы думаете об этом. Хотите ли вы, чтобы я снимала видео, как делать открыточки? Я думаю, что когда закончится Новый год, елочные игрушки уже не будут пользоваться таким спросом. И мне надо будет заняться чем-то другим. Ну что ж, надеюсь, вам понравилось мое видео. Спасибо всем моим подписчикам за поддержку, за теплые слова. И я, в свою очередь, конечно же, пытаюсь вас удивить чем-то новым и красивым. А на сегодня все. Пока-пока. До новых встреч!